Давай поиграем, м? Всем алоха, дорогие друзья, меня зовут Павел, это канал Solon of Play. Мы продолжаем играть в Cry of Fear, где мы остановились в комнате маньяка. Мы тут пытаемся найти выход, и точнее ключ. Ключ к кодовому замку, вот этому над лифта. Что я вычитал? Что мы что-то делаем не так. Это хорошая, да, информация? Короче, если так, выход. Берем нож. Зачем? Не знаю. В общем, у нас пистолет. Сколько у нас патронов-то? Что-то, блин, у меня просто X3 вроде, да? Ой, блин, я только у меня голова отошла. И опять начинает это давить. Короче, на первом этаже мы заходим вот сюда. Ты, блядь, как здесь темно. По-моему, здесь не были. Вот, сюда надо было идти. Типа по выходу. Без вопросов даже не... Даже не буду тебя беспокоить. Вот тут вот сейчас будет экшон. Сейчас, вот сюда. Мы, короче, сюда не ходили. Вот. Так, стопы, магнитофон. А, или мы здесь были? Чё-то я начинаю... Ай! Хитрый чёрт! Выпрыгивай, Дань, ты за угла, бля. О, костюмчик. HLC Худай. Чё ты тут у меня пыхтишь? А я уже даже перезарядился, да? Блин, тут, по-моему, нельзя лучше лишний раз не перезаряжаться. Да. В общем. Чё вот там? Сохраняемся сверху вниз, да? Вот сюда. Сохрани меня. Чё это такое? Окей. Да, здесь мы... Здесь я уже понял точно, мы не были. Ой, блин, чёрт. Ух ты, блядь. Тут, блин, не надо мне тут этого. Визжать тут на меня справа. Давай. Да, я не знаю, где мы... Блядь, я надеялся, что ты не откроешься. Чё? Так, а это выход на улицу. Тут же завал, да? Не, подожди. А чё за код там на лифте? Во. А зачем? А, нам же на четвертый этаж надо. Все, мы нашли выход. Я же говорил, мы найдем его. А то я там искал этот ключ от лифта. Извиняюсь, если тебя напугал, я сам что-то так слегка испугался. Ну, бодрит. Если бы мне в глаза так мой свет не светил, какой у меня есть. Так, я забыл на какую кнопку пистолет. Мы на четвертом этаже. Замок заклинил, не могу открыть, окей. Оп, никого. Это было здорово, так мило убивать. Мой нож резал так легко, словно я резал им еду. Моя секретная записка на бафо. Так, куда? Нам нужно... Ух ты, блин. Блин, я уже начинаю кнопки забывать. Здесь внутри. В смысле внутри? Слева, что ли? А, вот здесь земля, все в крови, да. Ну что, блин, ну с ножом зайти или с пистолетом? Ладно, у нас куча патронов, мы ничего не жалеем. Как минус чешется, походу сейчас будут огребать. Надо бы еще аптечку схавать. О, нет. Он это сам сделал? В ванне лежит ключ. Расфигачь его сам. Ну зачем? Проберись в подвал. Оп. Что-то я не понимаю. Я ничего не понимаю. Отсюда видно, что он мертв. Покончил жизнь самоубийством. Что тут так все звенит-то? Может, мне удастся спуститься здесь? Да там я могу спуститься на лифте. Да не прыгай, только не прыгай, блин. Ах ты, блядь!
Блин, окей. Все, блин. Кто еще хочет? Подходи, блядь, по одному. Ух ты, веревка. Уху, сколько тут патронов, стреляй не хочу. Фу, блин, какая дикая девочка-то. Такая, подожди. А, ну видно. Еще так сложно все. Ну видно, там закрыто. Скорее всего, там закрыто. Да, я про то, где можно по лестнице вниз спуститься на парадке. Там уже никто, никого нету. Тут, типа, применить можно, наверное, веревку как-то. Достаточно длинно для того, чтобы я смог спуститься на балкон этажом ниже. Мы закрепили веревку. Куда я ее закрепил? Ну, вот тут точно сейчас та фраза. Ну что, погнали, народ. И че у нас здесь? Какой-то х... Ну давайте, блядь, вы ж тут в комнату. А, вон я тебя вижу, блядь, твою руку. Ха-ха. Или это что у тебя там вместо руки, блядь? Ну давай. На, блядь. Маслина, еще одна. Все, суицид. Нет, суицид это неправильно. Ты зря так. Ну, руку я твою увидел, клешня. Блин, скажи, сколько у меня обоим? У меня 6 обоим, можно стрелять? Не хочу. Зачем я сюда пришел? Ну, видите, тут прикольно сделано, что много комнат. Что? Все, не ори. Господи, страшно же. Разве за... Что за? Разве это тут было раньше? Какая-то решетка. Да я ж патроны хочу взять, блин. Что, нельзя взять? Блин, не хочет брать их. Гана, конечно, орёт. Вот эта фишка с фонариком, блядь, неудобно. Вот как... А вторую руку он куда использует? Почему нельзя, блин, это? Два патрона, перезаряжусь. Почему нельзя просто во вторую руку взять, блядь, фонарик? А в одну... Блядь, ну нихера ж не видно. Так. Фу, блядь, я дивана испугался, сука. А, это первый этаж. А зачем? Да вот, да, да, ой, ну не звони мне на уши, проберись в подвал. А не помню, где тут подвал-то. Тут все заколочено, раньше... Лифт не вызывает, скорее всего, он где-то застрял. Так, а мы на третьем этаже. А как нам... Коридор полностью перегорожен, мне тут не пройти. Этот свиздец. Я теперь уже, блядь, нихуя не знаю. Я извиняюсь за мой французский, потому что... Очково? Ах ты, сука. На, блин. На. Нервы сдают, просто сдают. Понимаешь, вот ты сидишь напряженный. Он все на тебя давит и давит. Блин, главное потом не забудь, какое сохранение последнее. Ладно. Теперь вообще тут везде темно. Видно, она просто голову не тем шампунем помыла и психанула. Такое бывает, да. У меня у самого что-то, блин, вообще не идет с шампунями. Ай, ну ты, блин, зря. Я ж так ее убью, да? Изи. Это я не знаю, что. Блин, а что мы по второму кругу ходим? Ну, в смысле, в том же самом месте ходим уже какой... Давай фонарик рубай. Бля, по-любому здесь тоже кто-то есть. О, тут раньше светло было. Нам нужно в подвал. Зачем я иду наверх? Смотри. Зачем я иду... Я не наверх иду. Может, наверх, я хер его знает. Ах ты! Как вы меня бесите уже. Еще одна, блин. Какой-то... Да выпусти ты меня, черт! Господи, они вообще прижимают. Черти прижимают. Где собрать это применить, нет? Взять. Похоже, там морфин, сильная штука, следует соблюдать неосторожность. Лучше... А, подожди, сколько их там? 4. Нормально. Они просто уже зажимают. 4, да? Опять этой решетки раньше не было, я понял. Ну,
короче, психоз подъехал. А этаж, блядь, опять звук какой этаж, блядь, что все в крови, блядь. Раньше здесь не было все в крови. Ну, давай! Я уже на понт беру. Ну, вот здесь мы пистолет в прошлый раз нашли. Что-то тут жесткое начинается. Оп-оп, аккуратно. Работает спецназ, ОМОН. Вот здесь мы чувака завалили. Я не совсем пробьюсь в подвал, а в чем проблема? Оп, светло. Вот я вот только почесать хотел лицо, блин, нос. Все, музыка, экшон, кишки. Пошло, 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 пошла жаришка. Да ёпта, что так темно-то, блин, нихера ж не видно. Какие-то звуки, блядь, странные. Пробились в подвал, мы спускаемся вниз. О, там бро стоит, я тебя вижу, блядь. Вот кто-то ты резкий. Осторожней, можешь умереть. Что тут? Канализацию прорвало, ты понял? Прорвало канализацию. Это что такое? Что за шар? Что за херня? Подвал. А нахера нам подвал? Первый этаж. А, тут обойма сейчас будет. Не, нихера не обойма. Что за... Не понял. Я не понял. Ах ты, бля! На, блин. Спецназ работает. Чё ты тут мне орёшь? Ты решила на меня тут... Кстати, какого хера? Почему она появилась сзади, а дверь сломалась? Блядь, ну здесь вообще без фонарика ходить вообще опасно. Я не знаю, как мне тут драться с ними на ощупь, если вдруг какая-нибудь жаришка начнется. Вообще без понятия. Так, топ, шлёп. Да, мы пришли в подвал. Это первый этаж сейчас будет, нет? Ну вот, мы... Чё, блядь? По-моему, так... Тут раньше заколочено не было. Стекло разбитое. Ну, кто? Кто? Из-за угла, бля, выпрыгни. По-моему, второе это... Да, я так еще понял. Вторая сохранёнка. Не, ну что-то жарко стало прям. Дверь заперта с обратной стороны, дверь заперта. В смысле, у вас есть ключ? Подвал. А от какой двери? Поехали. Подвал. Что может быть милее? Ну, блядь, прям патроны подкинули. Я не понял, там обойма за решеткой. Как ее достать, я вообще без понятия. Очень странное место. Бля, ну зачем вот эти узкие коридоры? Оп. Ах ты, блядь! Ты видел, она меня за два раза не увидела. О, нет, увидела. Что? Чё? Простите. Подвал давай. Нажмите маус 1, чтобы противостоять суицидальному воздействию. Применить ключик. Ты вообще понял, да? Вообще, что творит баба? Да из звонка, блядь, вылезла. Вот я говорю, вот этим ребятам, они и так тут работают с движками, им бы, блин, это нормально фонарик бы приделать, а не вот это. Конечно, это на атмосферу влияет. А, все, я ее замочил, она без всяких там не воздействия на мозг. Бля, тут только дверей. Это, конечно, атмосферу создает. Это вся хиромантия со светом. Чё, столько пустых коридоров-то здесь, блин. Ебучий лабиринт, блядь. Ну ты видел, да, блядь, сидит там, блядь. На, блядь, отдыхай. Блядь, ну, о, ты ж, блядь, сколько... Ну как тебя, блядь, тут... О, прости, блядь, что ты делаешь там? Ну вообще... Блядь, ну... Все, кури бамбук. Расслабляет. Можно свет дать, блять? Это мне постоянно в темноте бегать как-то вообще не вдохновляет. Вдохновляет. Ты понял? Вдохновляет. Что, опять что-то на мозг мне влияет?
Ёпту, блин, как вы запарили со своими темными коридорами. О, вот нормальное место. Комната пыток. Светло, ярко, нормально. О, здесь пытали, блин, зачем? Подобранная видеокассета. Найдите кассетный видеомагнитофон. Морфи, чтобы он не отключался, да? Пойдем искать кассетный магнитофон. Ах ты, блядь! Сука, я... Нахер. Вот эти, блин, ловящие на подзагрузочки меня, блядь, бесят. Сколько мне там патронов осталось? Вот открыли замок, зашибись. А чё, куда замок ведет? Ладно. Детишки, педришки, всякие делишки творят тут. Давай, блядь, сразу по одному, блядь. Найдите магнитофон, найдите магнитофон на эту. Ты помнишь магнитофон? Бля, я даже не знаю, где магнитофон-то. Отсюда можно только сюда выйти, ладно. Тут опять все затопило, да? Ох, тут вода, графони подвезли. Ну, давайте, бля, кто еще тут выпрыгнет? Я ж только так могу, блин, с ними. Может, конечно, какой-то надо было... Дверь нырнуть. Короче, я там про магнитофон тоже где-то что-то видел. Где-то он должен быть в какой-то квартире. Но я не уверен. Идемте посмотрим, чекнем комнаты. Блин, а в какой он комнате-то? Не, ну здесь нифига, тут здесь квартиры кончились. Пойдем по этажу бродить, я чё? Нет, а чё, я могу скрипты искать сколько угодно. Вообще какие-то должны быть опознавательные знаки там, что типа, вот это та. Блин, какие большие апартаменты, это твою мать, сколько по ним шляться там можно. Опять дверь. Это, по-моему, комната маньяка. Вот это. Ах ты, блядь! Что у тебя за... Так, а что, все, да, теперь? Блин, ну, видишь, что творит? Теперь это... Ну, вот это же кассетный магнит. Тут можно смотреть видео. А, ну, все, мы сразу нашли, что надо. Давай, сейчас я сразу присаживаюсь поудобнее. Ага. А что, кто? Кто это? Внешне он похож на нас. Ну, это из-за того, что такие... Блин, это реально, блин, Half-Life 2? Да нет, они второй, вы чё, блин? По второму графу не поприятнее, это первый. Ага, 47-19? Что, вы хотите меня этой музыкой, типа, вывести из себя? Идите нахер. Я, кстати, не запомнил код. А, 47-19, почему я не запомнил? Давайте, блядь, выпрыгивающие из тьмы, блядь, ублюдки. Я готов, блядь, подходи по одному. О, сейчас выпрыгни, да? Что там, блядь, стучишь? Маме своей постучи. Блядь, орёт же. Слева от лифта есть. Блять, выпусти меня отсюда! Что? Что ты там стучишь мне по уху? Страшно же. А если хотя бы конец одной главы? Как долго мы в этих апартаментах-то ходили, блин? Вот взаимодействия там всякие эти, блядь, перекрытия. Куда мы вообще на нем едем? Вниз зачем? А, из-за решетки, типа решетка нам, которая там появилась. Ебучим случай, что за херобурина. Так где, что за хрень, что это за место? Да вот и я ж не знаю, патроны, спасибо.
Писец, блядь, куда мы приехали? И те детишки пошли орать. Началось колхозе утро. Я должен бороться с движком. Ой, сколько тут лестниц. А я SCP-087 начался, ты понял, да? Фига, тут нам уже просто говорят, как идти, блядь. Просто ведут уже к финишу. Да не, ну это по-любому SCP. Кажется, у парня уже башка начинает ехать. А у меня вместе с ним желудок начинает сводить. Он просто ходит, блядь. Они как охуенно, конечно, тут со звуком поработали, но очково прям очень сильно. Блядь, патронов надавали, блин, хоть четвертая обойма уже, блядь, тут сейчас, походу, вообще будет жесткий замес. Епта, бля. Вспомнить бы, на какую кнопку, блядь, оружие выхватить. Отсюда магнитов. О, как... Какой приятный магнитофон посреди длинного темного коридора, не находишь? Ой, сейчас будет мясо. Сейчас будет мяско. Сэмсон Эриксоном. Вот так и стой. Он тебе это первое отпилит. Ты реально можешь так... из какого-то... Ой, спасибо, что свет дали. Можно... Может его убить? Пожалуйста, в заставке. Я не пилильщик. Раз, два, три, четыре, пять. А ему вообще не больно? А, подожди, какой-то нарост, говорит, на спине. А он закрылся. Так, ладно, я понял. Ты понял, да, что надо делать? Я тоже, кажется... Да успокойся! Так, вот, нарост. Да, урон прошел. Проблема в том, что, по-моему, он ваншотает со своей пилы, так что надо быть ювелирным. Блин, ну ходит он, конечно, безостановочно. Вообще, настреляли ему. Это из какого-то, по-моему, фильма, или это музыкальная группа такая, где чувак с гвоздями в лице. Я вот просто не знаю. Я видел много раз фотографий, да и фильм ужасов какой-то. Ой, какой он горит. Горе-то какое. Ну да, чувак, ни разу не попал ни по кому. Тогда хоть под кому-то он-то попал за свою. Ну, нормальная реакция. А, вам там дверей нет, поэтому, типа, лучший способ перейти в следующий уровень. Вот, я больше тут борюсь с движком, чем с игрой. Хотя иногда тут подкидывают тебе задачки. Ты типа вот в эту дверь входил, в комнату с маньяком, где там фотографии, тут она сломалась, а туда девочка выбежала. Вообще неожиданно. Что вы хотите мне показать? Мы уже в новом месте, правильно? Ух, ох, неужто я выбрался? Что? Кто там? Успокойся, я не один из них. Кто же вы тогда? Я никто. Что? Вас не должно быть здесь, тут слишком опасно. Постой-ка, почему на вас одет противогаз? Вы что, совсем не соображаете? Разве похоже, что я собираюсь превратиться в одного из них? Ох, я не могу доверять вам, откуда мне знать, что вы настоящий? Просто оставьте меня в покое. Кто это был? Никто? Кто такой этот доктор? Фух, ну хоть глава пройдена, уже неплохо. Я не помню, сколько их тут всего, по-моему, 7. Он запер дверь, лучше поискать другой путь. Нет смысла возвращений наверх. Так, ну патронов хватит хотя бы на одну какую-нибудь тварину. Сик апартаментс. Давай вот так запишемся. Давай. Я не против. Ну, что могу пока сказать? Я просто... Да, блядь, только хотел мысль изречь. Попал зло, блин, по трубам. Игра неплоха. Блядь, ну почему ты не заперта, блин? Заткнись. Игра неплоха. Это неплохая модификация. Очень видно, что добротно сделано. Она реально криповая. Но вот эти моменты со светом, ну совсем. Давайте мне бегать, стрелять на ощупь.
Вообще неприятно. Неприятно. Но сделано качественно, качественно. Я вот вообще моды, вот модификат. Блять, там что-то было, я что-то нажал зря, да? Тут что-то должно быть слева, блять, нет? Оно все за мной, конечно же, не сойдет. Ну и хорошо, а зачем мы сюда зашли? А тут патроны. Я вообще моды, в принципе, никогда не уважал. Потому что, ну, долгая история, но вот... Сейчас слева эта херня на меня прыгнет. И... Где-то там, блядь, иди сюда. Потому что разработчики, они вкладывают душу, сюжет. Они продумывают изначально сценарий, что в нем должно быть. Что в нем должно быть, что в нем не должно быть. Они под это рисуют специально модельки. Рисуют всякие предметы, персонажей. Нахера сюда зашел? А моддеры, они просто берут, вставляют какие-то дешевые модельки и выдают это за какое-то творение. Мне это не нравится. Ну, как бы оно как-то ломает погружение. Блять, тут все одинаковое. Блять, я не обратно вернулся, не? О, блядь, это что-то, вот патроны. Вот, это ломает все погружение в игру. Вообще ломает. Ну, как по мне. Хотя, я уже начал со временем, может, это пришло, что я вот начал уже... проникаться, допустим, модами к сталкеру, но я еще ни в один не катал, я вот хочу Lost Alpha попробовать. Блять, я не обратно иду, нет? Что-то какая-то херня. По-моему, я обратно иду. Что за... Что такое? Я шнырнул и... Ну, эту чувака убил. Алло. Ты что за... Что за херня? И тут доктор. Подожди, я... Что? Как так-то, блин? Я вот в эту дверь зашел, там пусто. Я вышел, нырнул в эту дверь и... Что-то походу... Я потом пересмотрю, но что-то я сделал вроде все правильно. Вот, я уже проникся уважением, допустим, к модам к сталкерам. Я не знаю, на что еще моды. Там моды на GTA тоже, не знаю, на любителя. Ух ты, блин. Я просто говорю, чтобы немного развеяться. Потому что орёт кто-то знатно, блин. Яйки сжимаются просто так, на раз-два. Ой, блин, вы тут вообще... Какие тут... Да успокойся. Бля, всякие разноцветные чувырлы, иди нахер. Ух. Вот, чтобы... Да ёпт, где что-то... Подкралось неожиданно снизу, блин. Не вижу всякие... Да что ж такое, что... Как будто кто-то ножками перебирает, блин, быстро, резко. Что там было написано? Для звонка во время нажмите Z. Куда звонить? Да блин, что там опять? Ввести номер можно щелкать по цифрам или с цифровой части клавиатуры. Да ёпту! Затем нажмите вызов. Определенные номера запускают события в игре. Шо, статьи для современного человека, депрессии, вы можете изучить знакомо. Не тяни, звони 543. Блять, да под такой обрывок. Большая часть пачка так, что читается со стороны. Похоже, что это статья депрессии. Звучит знакомо, не тяни, звони 543-214. Как, блять, достать номер? Как звонить? Еще раз. Три. Где нумпад? 5. Да не... Слушай, не набирается. А, о, Z. 5-4-3-214. Звонить. Бля, я даже не знаю, как мне на телефоне звонить. Я человек уже привык к смартфону. Как позвонить-то? Z еще раз. Нет. Я не знаю, как позвонить, блин. Окей. О, все, окей. Окей, звонить, окей. Алло, алло. Голос, иди вслед за несправедливостью. Не уповай на свет, тьма твой новый хозяин. Что? Цифры, запомни цифры, тебе удастся пройти. Что за бред вы там несете? Пожалуйста, мне нужна помощь. 5, 2, 4, 7. 5, 2, 4, 7. Ну я надеюсь, он записал это в бумажник. Так кто тут постоянно сопит? 5, 2, 4, 7.
Кто, блядь, там в коридоре с собиной? Дождь еще вообще нихера. 5, 2, 4, 7. 5, 2, 4, 7. Выйти. Хотя зря с фонариком в двери захожу, потому что всякие хероборы из-за углов тут очень любят, блин, творить свои темные дела. Ебучий случай. Может мне дать просто пару очередей в тот темный проход, как говорится. Это что такое, дверь? Вот, блядь, как же здесь темно-то. Блядь, какие длинные коридоры. Ну кто такую архитектуру устроил? Нифига он ножками перебирает. Ты слышишь тот звук? Я как будто, блядь, на гитаре играю. Тупик. В смысле тупик? А, подожди, он сказал, забудь осветить, вот твой новый друг. Короче, я понял. Я понял, что он хочет. Но я, блядь, сыкусь. И чё, блин? Так а как мне вообще его вырубить-то? Блядь, я заблудился. Откуда мы пришли? А ты, блядь, иди нахуй, я извиняюсь, я понял. Я тебя услышал. Тьма твой, блядь, новый друг. Дед мой новый, блядь, друг. Не, я как бы... Блядь, да что за херня? А, тут два раза, типа, отпрыгнуть. Я пока хочу походить со своим старым другом. Ох ты, блядь. Повороты не туда, блин. Блять, над нами поезд, что ли, едет? Ой, как, блядь, охеренно-то. Ой, как, блядь, тут долго-то ходить, мо. Где ты, блин, чувырдло? И, блядь, свою пилу спрячь, а то я уже вспотел. Это что такое? Это магнитофон, не? Я жалко. Ой, прям вниз, что ли? Прям ножками, что ли? Вообще, что творит? Что творит, блядь? Пугает, страшно же. Ух ты, блин, что там такое? О, я уже не помню, подвал. Давай апартаменты 4, я не помню, куда записываю. Давай апартаменты 4 будет наш путь. Ох тут, блядь, свет. Ох ты, блядь, что за черт? Лежи, не рыпайся. А я забыл, тут если перезарядить, патроны как бы уходят, не сколько там, я не вижу, у меня там иконочка горит, 4. Иконочка от Shadow Planes закрывает мне весь этот, на. Еще хочешь? На, еще. Да, успокойся. Вот, почему фонарь вырубается? Как тебя включен? Я тебя убираю. Ты должен что-то освещать, почему ты нихера не освещаешь? Вот, ну что вот это за свет? Что это за свет, блядь? Нихера не видно. Можешь его на грудь повесить, как профессионал. Блядь, ну конечно, вот их три, блядь. Бог любит троицу. Особенно вот в таких, блядь, темных водянистых местах. Я уже запарился перехватывать постоянно пистолет, нож. О, ладно, здесь я походу спускаю. Бля, как... И патроны, блядь, кончились. А вас тут не один, я смотрю. Алка Пати собралась под воротне. Все, короче, буду перезаряжать при первой возможности. Ах ты, блин. Смотри, блядь, не заканчивай. На тебе, блядь, троечку. Что, сзади еще кто-то? Все, блядь, перезаряжаюсь. Плевать на эти три патрона. Шо? А где этот хер спил? Я ж уже одного завалил. Там его друг, что ли? Кто там? Кто-то стоит. Нет, машина. Что это такое? Что это такое? Там что-то... И что мне с этим делать? Так а что с этим делать-то? Все. Кстати, у меня же, по-моему, удар прикладом есть. Надо не забывать про него. Не могу вылезти, блин. Опять вода, опять куча этих ребят в воде, да? Шо?
Внутри слышно звуки рации, однако дверь искорёжена. Ладно же, это что, операционный стол в подвале, блин? Вы серьезно? Тут что-то шевелится на столе, что это, черт побери, такое? Даже, блядь, о, в тумане, кстати, хоть что-то видно. Слишком светло для этой игры, блядь, где-то подвох. Я чувствую подвох, прям жопой чую. Туман охеренно, он здесь такой херовый, что в нем хорошо, блядь. Какого хитра плевал, кажется. Ах ты, что-то там выпрыгнуло справа, не вижу, чё? Иди на свет, божий тварь. Но ты тварь не божья, это точно. А как тебя... Ох ты, где у него язычок, на тебя. Ох ты, рассверепенился, парниш. На, блядь. Я уже просто жалко на тебя патроны тратить. Блин, темно. Ну фонарь охеренный, блин. Вроде у старых телефонов вроде фонарики, блядь, нормальные. Ну что за геймплей, Ой, я ему цепочку порвал, блядь. Надеюсь, не до чабана. Так, что у нас тут есть? Блядь, по суше ходить приятнее. Так, там нихера не будет, там, блядь, может быть еще один чувырзик. Нафиг он нам нужен, правильно. Охеренный коридор. Бля, тишина, наконец-то тишина, блин, нужно отдохнуть. Блядь, уж лучше этот ветрюган послушать. Так, у меня там 4 патрона. Он сам ползет, что ли? Нет, он сам. Что у нас здесь есть? Огромная, мать его, стройка. Зашибись. И что здесь делать? Кепка, бля. Не кепка, каска. Нельзя ее одеть. Что, блин, здесь делать? Да что ж меня заживало-то? И что? Стройка, не дурак. Так, давайте, ребята, я вас верю, покажите мне чудеса левел дизайна. Вы же умеете делать, блядь, понятные и доходчивые карты. О, там люк. Ну, блядь, я только на это... я такой вылез, ура, блядь, опять люк, опять в подвал. Твою ж мать. Что делать, придется туда лезть, блин. Выбор невелик. Там темно, нет, не вижу. Ладно, полезу с пистолетом. Но если вы будете на меня на лестнице набать, это вообще не спортивно. Это вообще какая-то дрянь. О, заебца. Ой, это что такое? Это что за Вольфенштайн начался? Не, ну это не спортивно. О, магнитофон. Отлично. На магнитофончике мы с вами-то и сохранимся. Я думаю, достаточно. Пока что. Ух, ну мы дошли до второй главы, это успех. Ссылочка с полным прохождением Крайфир внизу в описании. Там же можно подписаться, поставить лайк, прокомментировать, сказать, что она еще не нравится. Всегда люблю, всегда читаю. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Увидимся в прохождениях этой игры, в других. Посмотри еще другие хорроры. Там пока у меня вроде один на момент этой записи. Может там что-то еще и прибавится. Посмотри другие прохождения. Там будет тоже круто, классно. Будем вместе развиваться, продвигаться. И, не, эволюционировать мы так хорошо развиты. Ну, ничего, нет, эволюция всегда нужна. Все. Скоро увидимся.